Добро пожаловать в ущелье призывателей. Я знаю верный путь. 30 секунд до призыва миньонов. Миньоны были призваны. 90 секунд, полтора минуты, это 2:33. Бояться нечего. Пропадет этот проклятый вард. Один, два, три. Сука. Как плохо, блядь. Смотрю фильм «Нелепая шестерка». Ну, такой, типа, знаешь, как тролль-пародия на комедию. Такая, типа, с ультра... тупыми шутками. Thank you.
Да, у меня просто сегодня немножко уже подрывает терпение. Основное, что меня бесит, что мне придется ехать на ебучий другой конец города. Из-за неполной адекватности саппорта, админа. Все, жопа мне. Жопа! Блять. Пиздец. Похуй, сегодня день без матов отменяется. Дерьмо, блять. Надо было красный смайт брать, наверное, в этой игре. То, что он рано стартанул, мне пришлось флеш отдать.
предупреждал. Все мы чем-то жертвуем. Противник убит. Союзник убит. Любая паутина. Харстак P1. Не, не хочу. Не хочу, не буду. Противник убит. На волоске. Ваша команда уничтожила башню. Глупцы.
А что, бот писал про Лес Див? Я на это что-то... Я такого что-то не видел. Блядь. Спасибо за щиток, Лолу. Главное, АДшника шелдануло после того, как Сират весь прокаст выдал. Это четко. Гарн будет на мид вызывать Геру. А, если не умрет. Арден сапы не люди, потому что слово человек мужского рода. Тяжелая у тебя голова вниз. Дурак Гаран, конечно. Канальные пробочки лопаются.
Я игрался с ними, я вообще думал, он все 4 сдаст, чтобы я смайт не тратил, а потом думаю, нахера мне рисковать. Троллю. Не люблю вообще, в принципе, оставаться без смайта, когда он на КД. Один килл нужен как раз для красивого закупа. Так и знал, что добьет. Согласен, заруинить можно. К примеру, если отдам я или Твич косарь. А лучше оба. Кто у них такой вардилкин, а? Повсюду пинки, куда, сука, нос не сунь. Знаю я такое, идите мид. Пиздёшь.